Всем большой привет, с вами канал Kids Playbox, и сегодня мы играем в свежее обновление классной игрушки «Три кота. Морское приключение». Так что устраивайтесь поудобнее, жмите большой бодрящий лайк под этим видео, и мы начнем! Итак, ребятки, сейчас мы посмотрим, что новенького и интересного приготовили нам авторы в этом свеженьком обновленнице. Начинаем, друзья! Итак, вот у нас дедушка-кот предлагает отправиться в приключения. Да, наши три котенка, это Коржик, Карамелька и Компот, собираются отправиться за сокровищами. Так, мы сначала отправляем... Так, нужно сначала узнать, куда отправиться. То есть у нас есть карта, которую мы должны сначала почистить и узнать, куда же нам нужно с вами отправиться. Да, вот такой вот говорят нам. Теперь мы знаем, куда плыть. Миу-миу-миу, это девиз, как все знают, трех котят. Мы должны подготовить корабль, собрать припасы, взять с собой друзей. И, конечно же, отправиться за сокровищами. Вот сколько у нас друзей хотят отправиться за сокровищами. Ребятки, кто знает, как их всех зовут, этих котят милых, напишите об этом в комментах. Вот, кто хорошо знает всех персонажей мультфильма «Три кота», вот, обязательно продемонстрируйте это. Вот, и обязательно поставьте лайк, если еще этого не сделали. Поддержите наш канал и, собственно, мультфильм «Три кота». Так, давайте посмотрим. Вот такой вот у нас интересный котенок будет. Вот у нас он, его зовут, наверное, я так понимаю, Сажик. Вот такой черный котенок. Его зовут Сажик. Он присоединится к команде из наших трех путешественников. И... Так, еще у нас тут будет интересно. Да, давайте соберем все в путешествие. Так, дедушка будет командовать нам, говорить, что нужно с собой брать. Спасательный круг. Правильно. Лопата, конечно же, лопата, чтобы копать сокровища, клад, удочка, ну, может, рыбку половить в пути. Так, спасательные жилеты, обязательно. Корзинка с едой, ну, правильно, кто же едет в путешествие, идут без еды. Фотоаппарат обязательно тоже надо, чтобы что-нибудь пофотографировать. Ну и подзорная труба, нужно остров сокровищ же увидеть первым. Ура! Три кота, побежали на борт, забежали. Ну, о! Подожди, точно, Сажик, видишь, я угадал. У нас получилось, мы собрали команду. Подготовим корабль к отплытию. Давайте, так, убираем трап. Отправился в плавание, осталось сделать всего пару дел. Давай. Давай поднимем якорь. Давай. Итак, вот, мы сначала ведь увидели, что есть новенького. У нас появилось теперь, кроме этого корабля, еще три новых корабля, которые могут отправиться в путешествие. Сладкий можно. Корабль. Сладкий корабль называется. Это такой корабль-тортик у нас. Смотрите, бублики всякие, пончики, пирожные. Да. Так, есть у нас еще пиратский корабль. Ух, какой серьезный, с фиолетовыми парусами. Ну, это вообще шикарно. С пушками даже, ух ты. Корабль береговой охраны. Это очень серьезно, корабль береговой охраны. Ну, самый экзотичный у нас из них получается вот пиратский, самый крутой. Давай. Посадить друга на наблюдательный пост. Давай, Сажик, сади. Давай, постреляем с пушек. Ну, давай. Бам-бам-бам. Вот так вот. Класс. Класс. Давайте отправимся за приключениями. Вот такой вот у нас пиратский корабль. Мы плывем. Кроме наших героев, еще у нас тут есть папа-кот и мама-кошка. Так, то есть, ну, конечно, с родителями отправились за сокровищами. Ну, а как же. А, так, поднять якорь. Помогли котикам поднять якорь. Айсберг, ой-ой, айсберг нам не нужен, не-не-не. Так, чтобы мы не вторанили с него. То у нас очень... Ау, вау! Папа, что ж ты не держишься-то? Держи, спасательный круг. Вот так вот. Надо всегда держаться за поручни. А то можно оказаться вот в воде. Так, правила безопасности надо всегда соблюдать. Айсберг опять. Ух ты ж, ё-моё, где ж вы столько айсбергов набрали? Бревна. Бревна нам тоже не нужно. Кораблик поцарапают. Опять бревна. Давай. Все равно, мы справились. Да, сокровища ближе и ближе. Мы все ближе подбираемся к сокровищу. Так, у нас есть, так, мини-игры классные. Так, сначала половим рыбку. Давай поможем котяткам поймать как можно больше рыбы. Давай, пиу-пиу. Давай, лови рыбки. Ловись, рыбка большая и маленькая, как говорила лиса. Ну, давай, что ничего не ловить. О, поймали одну рыбку.
так. Ага, я понял. То есть кликаем на них, на самих котят. Давай, компот, ты лови тоже рыбу-то, а? Чё ты не ловишь рыбу-то? Понятно. О, компот поймал рыбу, давай. Так. Кто у нас? Так, Сажику что-то не доверили ловить рыбу, да, видали? То есть сами ловят только три удочки. Три удочки у них, да? Так, три рыбы. Смотри. Давай, четыре рыбы. И давай, Карамелька, молодец, пятую рыбу. Так, в общем, пять рыб мы поймали. Рыбалка удалась у нас. Отлично, миу-миу-миу. Так, миу-миу-миу, да. Так. Вот какая-то игра у нас с ракушками. Ух ты! Какая классная у нас Карамелька. Аквалангистка. Ух ты, ребятки, а кто бы вас хотел, из вас бы хотел также поплавать с аквалангом под водой? Напишите в комментах об этом. Вот. А может быть, кто-то уже плавал? Ну, может быть, не с аквалангом, но хотя бы нырял с маской. Так, вот такие вот ракушки. Угу. А вам доводилось собирать ракушки такие морские? Если да, не забудьте об этом всем рассказать. Будет слышно море. Да, кстати, если приложить морскую ракушку к уху, будет слышно шум, похожий на шум волн. Вот такая вот интересная природная, вот как сказать, фишка у них. Так, поплыли дальше. Очень крутая карамелька у нас выглядит с аквалангом, ластах. В общем, собрала она все 5 ракушек. Задание у нас было собрать. О, целая коллекция теперь у нас ракушек имеется, как нам сказали. Так, и еще у нас, о, смотри, сколько ракушек нагрузили на корабль-то, ага, рыбы наловили. Ну, еще осталось пофотографировать. Ага. Давайте попробуем кита сфотографировать. Да, на тебе кит, пим. Вот он спрятался. Давай, давай, пьюх, есть. Пьюх, только мы, правда, не самого кита, а фонтанчики его только ловим. Давай, пьюх. Классные брызги, да, кстати, кита. Да что ж, хороший кадр. О, вот теперь, вот сейчас буду его фотографировать. Какой улыбающийся кит. Кит-улыбака. Так. Ну что ж. Ага. Поехали. Вон, кстати, смешной кит сзади. За кораблем. Так, посмотрим в трубу. Остров с сокровищами. Остров с сокровищами. Так, это не то. Вон он, этот остров с сокровищами, с крестиком, который... Вот, там статуи, кстати, котов каких-то. Вот, мы нашли остров, и сейчас будем высаживаться на этот остров для поиска сокровищ, ребятки. Сокровища ждут тебя, побежали. Побежали толпой. Кстати, а чё опять Сашика не взяли-то, ё-моё, вот такие друзья тоже мне, сами всё. Как выполнять работы, так, Сашик, давай, я так вот ведь, не взяли его с собой. Вот такие вот дела. Не взяли Сашика за сокровищами, вот такая вот загогулина. Ладно, миу-миу, давайте. А, нет, вот тут. Так он же не бежал с ними. Он, наверное, с другой стороны бежал. И оказался одновременно с нашими тремя котятами на месте. Ну, давай копаем. О, какая классная лопата, сама копает. Ура, сундук с сокровищами. Что это мы там нашли? Так, что это, часы, что ли, какие-то нашли? Точно! Барометр нашли, а не часы, оказывается. Барометр – это такой прибор, который меряет давление. Вот такой вот у нас приборчик. Твоя коллекция пиратских сокровищ пополнилась. Ура, мы нашли еще вот такие вот у нас сокровища, да. Вот видите, тут у нас сокровища, модель корабля и еще много другое. Вот так Сашик пошел домой к себе, он был за сокровищами плавал. Вот такая вот у нас путешествие было. Таким образом, мы посмотрели, что у нас новенького в этом обновлении игры «Три кота. Морское приключение». Кому понравился наш видосик, ставьте обязательно лайк. Если еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Для этого жмите большую красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте про колокольчик. Жмите его, и он будет вам звонить, когда у нас на канале выходят новые видеообзоры. Ну, а на сегодня все. Будем заканчивать. До встречи в новых видео. Пока, ребятки, всем удачи!